на ламинирование ресниц. Просто ругались в пух и прах. И нам за этот час надо выжить по максимуму. Всем доброе утро. Сегодня суббота. Мама у нас еще не проснулась. Мы с Викой хотим сделать блинчики. Я тоже еще не выспался, но дети меня уже разбудили. Нам сейчас надо муку кукурузную и рисовую. Вот такие необычные. Это хорошая сковородка и хорошая лопатка, да, Макс? Налетайте. Так, ай, ну, папа. Толстяка я забираю себе. Его мы не показываем. Ну давай, бери. Жалко, масла не было. Ну ладно. С маслом-то блины они всегда вкуснее. Согласна. Ну ничего. Ну ничего. Ничего. Сгущенка дело поправит. Ну все, всем приятного аппетита. Я там Максу чай налил, можешь ему передать. Макс, чай будешь? Ну а я сегодня направляюсь на ламинирование ресниц. Они у меня, конечно, черные. Но я хочу их не красить вдобавок ко всему. Так, сейчас я тут залезу в мини-проход. Потом покажу, что получилось. Ну, а я все еще еду. Я еще все в пробке. Надеюсь, успею. У меня в 11 уже без 5. Все утро требует придумать что-нибудь, чтобы она подарила воспитателям в детском саду, да? День воспитателя. Кто-то там подарил, а Вика не подарила. Вот все утро ко мне говорит, что-нибудь изобрети. Я говорю, ну давай что-нибудь там из оригами, может, слепим. Сейчас вот нашли что-то на ютубе, какой-то рецепт цветочка. Сейчас будем пробовать с ней делать, да? Так, ну все, я вышла с ресниц. Не знаю, видно, не видно. В общем, мне их сделали. Сказали, сутки не мочить. Брови начали облазить, сказали, все в порядке. Так что, сказали, еще мы должны подняться, сейчас они тяжелые. Ну, в общем, посмотрим, как они поднимутся и насколько мне их хватит. И стоят, кстати, 2000 рублей. Ну, я на самом деле думала, они будут погуще. Но, опять-таки, это не наращивание. Вика тут уже подготовила таблички, говорит, чтобы знали, что это я подарила, да? Или нет, не для этого таблички, а что это за таблички? Вот это, что мальчишеский подарок для мистера Рони. Для мистера Рони. А там, где по-русски, это значит для русского. Для русского воспитателя? Да. Понятно. Есть? Да, есть. Ольга Владимировна. А ты лицо не умывала после еды? Давай, сходи-ка умойся. Оп, держи. Вау! Ну что, давай показывай, что ты в понедельник в садик понесешь, что у тебя там получилось. Привет! Вика, ну не затягивай. Цветочки. Цветочки. Давай рассказывай, кому ты что будешь дарить? Мистеру Рони кораблик. Мистеру Рони кораблик. А девочкам цветочки. Ну все, ладно, хватит, короче. Мяться. Давай, собери всех в кучу. Так. На тебя одна надежда. Раз, два, три. Все встали и пошли за туфлями для Вики. Мама, руки. Как, я, тебе бы за туфлями, ты уже скакала бы. Ну это, ну а ты мне пообещай туфли. Тебе не обещаю никаких туфель. Ну я тогда не буду вставать. Вика, ты слышишь? Мама не хочет идти за туфлями. Давай. Это все Макс виноват вообще. Да, он почему-то ночью не хотел спать. Да, правильно. А теперь мимо. Тащит. А теперь нормально у него все. Но. А мы спать хотим. Чем заняться, когда на улице осенняя сырость? Хандра осенняя. Да, надо идти в магазин. У нас есть задание, которое мы уже неделю пытаемся сделать. Да.
Что Вика нам надо? Туфли. Вике нужны туфли. Завтра она у нас идет на занятия. И на дефилирование сказали, нужны туфли. Поэтому сейчас будем искать туфли для 5-летней девочки. Который какой размер? У которого какой размер? Какой размер? Это вопрос, какой размер. 20 какой-то там, наверное, 9-й. Да, мерить будем, Вика, так что да. Конечно. Что нам размер? Что, поделились с размером? Почему малые? Так интересно, 29-й стоит 700 рублей, а 30-й стоит 500 рублей. В чем разница? Ну пусть берет, всю коробку выкинет. Пойдем. Ну этот, патриот, он же с ним игрался. Угу. Я тоже Ика такой хочу, только он тот с кожаным креслом мне больше нравится. Ну, она-то не, ну кресло у него прям вообще огонь. Ну, оно и сразу. Ну, так, Макс. Макс. Я вот такое опуститься. Хотела. Пожалуйста, почини. Ну, реально классное. Ну, да, ну, согласен, пошли. Моя сестра пригласила племянников на пару часиков. Да? Да. Так что я их привез. Там вон, Наполеон купили тортик. Так что давайте, идите, пейте чай, а мы с мамой что-нибудь поделаем в это время. Мы садимся в машину. Татьяна, как ваше настроение? Огонь? Огонь. Как иначе? Как иначе? Сейчас ругались в пух и прах. Вот что мне нравится в семейной жизни? Так поссоришься, так поругаешься. Потом помирился, и все хорошо. Понятно. Давай. Это для чего сейчас было? Ну как для чего? Просто, что поделиться с людьми. Что вот теперь зато довольные, счастливые, едем кататься по городу целый час. Потому что дети у моей сестры на целый час. И нам за этот час надо выжить по максимуму. Ай! Камера. У нас нет крепления для камеры в машине, как вы заметили. Она просто стоит на этом. На этом щитке. Или как его там, на панели приборов. Я предлагаю включить музыку погромче и прокатиться по центру. Можно прогуляться, но погода сомнительная. Да, переменная облачность, временами дождь. И вот сейчас дождик опять начинает накрапывать. Поэтому тут уж как получится. Главное, что час в нашем распоряжении. Мы в хорошем настроении. И мы едем. Музыку погромче. Музыка реально у нас играет. Вот я сейчас все прибавляю, убавляю. Это не на монтаже. Мы под настоящую музыку танцуем. Но если вы попросите, то я сделаю так. И пусть люди в соседних машинах гадают, зачем он это делал. Все, я выключаю свет, не стыдно. Да, не знаю, видно, нет. Несколько раз мы уже проезжали мимо этого моста. Он такой относительно новый в Красноярске, так светится красиво. И все, думаю, надо по нему прогуляться. У нас такие грязные стекла. Да, что, наверное, его будет не видно. Блин, где припарковаться? А где встать-то, ну? Да, ну по нему так классно вообще. Во, светится, наверное, сейчас видно будет. Ну сейчас найдем, где встать. Ищи парковку. Вот так вот он светится. Так, погоди, я машину не заглушил. Маш. По лестнице. Да почему? Вот лифт приехал. Ты это просто штука, я наступил, просто страшно стало. Едем. Лохматый ответ. Я боюсь. Чего ты лифтов боишься? Лифтов. Для меня каждый новый лифт для нее это страх. Еще же ни разу на таком лифте не ездил. Тут музыка играет в лифте. Ты видела, что было? Не страшно было. Чего ты так боишься? Так. Вау. Вообще город как на ладони. Правда, ветер, нас, наверное, сейчас будет не слышно. Но вид отсюда классный. Yes.
Холодно! Бежим в машину! Все. Снова в машине. Можно снова расстегнуться. Едем дальше. Мы едем. Я с вами! Я тоже еду! Я за рулем! В общем, едем в центр. Едем в центр. А там, глядишь, что я придумаю. Мы припарковались, вылезли из машины. Так надо мы утепляемся, да, потому что Сибирь, конец сентября, надо быть в теплой одежде. Так, мы ищем. Ищем уличное кофе, да. В поисках кофе. Надо дорогу перейти, с той стороны там было. Да. Вот такая машинка прикольная. Можно большой латте? Ты будешь какой-нибудь сироп или просто сахар? Давайте просто сахар. Да. Спасибо. Ну все, кофе мы решили уже попить в машине. На улице вообще ветрище. Ага, то ничего, то как подует, там с ног сшибает. Так что пьем, греемся теперь, отогреваемся. Ну, чтобы потом носом не шмыгать. Ну все, наша часовая экспресс-прогулка подходит к концу. Еще и на фонтаны успели. Да. Музыкальные. Пора ехать за детьми. Вон там мост, покажи, красивый, так светится. Ага, сейчас покажу. Не видно будет. Да видно будет, наверное. Что мы можем успеть еще, пока едем? Зеленый свет нам уже подсказывает. Зеленый цвет? Блогерам. Нам уже подсказали. Нам подсказывают, вы можете успеть проехать на светофор, если будете меньше болтать. Мы можем устроить дискотеку, где у нас веселая музыка. Все в сборе. Все в сборе. Наигрались? Нет. Да как так-то? Почему нет? Мы хотим еще. Все, мы дома. Где мой Лего Френдс? Лего Френдс. Мы сейчас парковку искали, я не знаю. 20 минут катались туда-сюда. Ага. Надо было, кстати, вот снять вот это. Как там женщина припарковалась и нам доказывала, что здесь можно проехать. Не, ну можно, конечно, если 5 человек там рулят со всех сторон, ты по миллиметражу там поворачиваешь. Так, что мы тут набрали? Так, хочешь открыть его? Давай сначала туфли, а потом... Лего Френдс. Вот такие покупки. У вас патриот. Вставай. Человек с кофе. Ну-ка, встань. Девочка в туфлях. Все, хорошо тебе, да? Давай туфельки поближе снимем. Ой, красавчик. Подойди-ка. Вот такие-то они. Лакированные лакшери туфли. Угу. И ведь с кофе он... Ага. Ну, к слову сказать, кофе там нет. Но со стаканом он не расстанется. Лови. Проехала мимо. Так, ну все, подарки все разобрали. Давайте раздеваться, мыться и спать. Все, пора спать. Всем пока-пока. Пока-пока. Мы спать.